Всем привет, друзья мои! Решил записать это видео, так как, наверное, не мог промолчать в такой ситуации. Сегодня утром, листая ленту в Инстаграме, увидел, что вчера было открытие Black Star Burger в Уфе. А Уфа – это мой родной город, он им был и останется, несмотря на то, что я уже больше 10 лет живу в Москве. Вот, поэтому меня и задела эта ситуация вся. В общем, вчера было открытие Black Star Burger, и Тиман смонтировал сцену на площади у гостиного двора. Вот, и решил, значит, раздавать там свои бургеры. Ну, видимо, бесплатно, в честь вот этого прекрасного события. Вот, народу, естественно, собралось очень много. Вот, судя по видео. В общем, началась давка, как обычно. Люди любят халяву, и началась давка, в общем. Я не знаю, блядь, как на это реагировать, как реагировать можно нормально, да, то есть на такую ситуацию. У меня единственный вопрос, да, к этим людям, блядь, которые постоянно собираются на этих площадях, и постоянно, блядь, начинается вот эта какая-то непонятная, неистовая какая-то такая, блядь, реакция на халяву. Вот, начинается давка. Неужели у вас нет вообще малейшего даже самоуважения, да? То есть, блядь, постоянно происходят вот эти ситуации. То блины с лопаты, то кока-кола бесплатно. Тоже, кстати, в Уфе была, блядь, ситуация, когда дети просто ломились за этой кока-колой. И тут теперь бургеры. Я не знаю, блядь, как так можно, ну, не знаю, себя не уважать, что ли, блядь, что вы делаете? У меня просто нет слов, блядь. Я не знаю, блядь, просто как реагировать на эту ситуацию. Неужели у вас, ну, нет этих 300 рублей, чтобы купить себе бургер? Тиман, понятно, бизнес, да, все как бы, блядь, тут все понятно, ты бизнесмен, да, блядь, все. Ну, представь, если бы, допустим, люди пострадали. Какой бы эта ситуация принесла бы тебе имиджевый урон? Ну хотя, блядь, как жрали, так и будут жрать. Понятно, что я и сам как бы в эту бургерную как-то зашел. Да, действительно, все очень вкусно. Но, бля, понимаешь, если бы люди пострадали, что бы было в этой давке? А может быть, и кто-то и пострадал. Вот есть видео, да, я сейчас монтирую как-нибудь. Ну и уважайте вы себя, блядь. Почему у нас так происходит? Я понимаю, что страна, блядь, сейчас переживает какие-то не худшие времена, да, что у всех хуёво с деньгами, но вот чтобы за бургеров вот такую хуйню устраивать, я просто не понимаю. Вот, уважайте себя, друзья, не знаю, блядь, лучше заработайте, сходите, купите, не можете заработать, ну, нет денег, блядь, ну, не унижайтесь вы, не ходите вы по этим площадям. Тимати бы мог сделать это как-то, ну, как-то иначе, может быть, какие-то флаеры там раздать нам, даже на ту же скидку, да, ну, блять, а раздавать вот так вот и с такой улыбкой. Ты же все, Тиман, ты же все понимаешь, да, то, что люди, блядь, как дикари там собрались, да, на твои бургеры, да, там, блядь, берут эти бургеры с такими, стоят с такими лицами, блядь, с телефонами, знаешь, такими лицами дебилушек, знаешь, блядь, которые в своей жизни нихуя не видели. И ты на этом, как бы, блядь, спекулируешь, на этой хуйне. Я не знаю, уфимцы, я вас прошу, блядь. Да вообще все, в принципе, в нашей стране. Ну, уважайте вы себя, блядь. Потому что то, что произошло, это, блядь, ну, просто в голове не укладывается. И опять же повторюсь, Уфа – это мой родной город. Я его очень люблю. У меня много друзей там. Вот, наверное, на этом закончу. Больше не хочу говорить ничего. Вы сами все увидите. Посмотрите, если вам будет интересно. Вот. В общем, всем пока. До новых встреч. Бургер побивает. Да, затоптали. Сейчас сломают. Они сейчас поднимутся. Это уже смешно. Black Star Burger опустошили. Дима, типа, плен взял кто-то, как в Москву не вернется.
Да, и Петя бургер готовит. Будку ему построить его, блядь. Дом новый, блядь. Да куда нам еще идти, блядь? Да костейки шоли, блядь, да назад, блядь. Да они все пошла, блядь. Обоссанная хуета! Сука, блядь! Просто униженка ебаная, вот это, блядь, бесит. Он всех толкал, это хуйлан этот, блядь. Все нахуй. Да, типа, пройти, пожалуйста. Все, они раздают? Не, типа, тебе с клетки не дают. Самса раздает. Ребят, вы... Да, Лим, Сонь! Да идем. На всех хватит подарков. Подарков много. Сейчас только главное, чтобы не подарили друг друга. Хочу, чтобы все Новый год встретили, а не только я. Так, так. Ну-ка, кола! Кола! Он сейчас натушил. Сейчас дадим. Это жестко. Сейчас раздам. Все, спасибо, все, положи. Положи, положи, все. Так. Ой, пошли. Выходи.